Сегодня утром в Челябинске, а это значит в рубике у наших соседей на юге, на новой набережной реки Миас, торжественно открытой в прошлом году, напротив цирка, то есть в самом-самом центре южно-уральской столицы, прошла поистине героическая операция по спасению безродной, бездомной и никому не нужной псины, которая каким-то макаром слетела с набережной и оказалась в воде, ибо около берега весенний лед уже подтаял и разделился на льдины. Первыми на помощь дворовой собачке пришли полицейские и журналисты. Силовики где-то поблизости у строителей нарыли альпинистские веревки и вниз, на уровень реки, полез, о нет-нет, не полицейский, а наш коллега, журналист Челябинского областного телевидения Сергей Новиков, который сам и заявил желание погеройствовать и отобрать эти лавры у полицейских. Хотя вообще-то их задача защищать человека, а не его друга. Потихоньку. Молодец. Потихоньку отпускаем. Апофеозом этой фазы спасательной операции стало кусание кормящей руки. Ну, то есть, конечно, спасающей руки, но в данном случае она была не менее важной, чем кормящая. Журналист Сергей опрометчиво протянул незнакомой бездомной псине свою левую руку, и случилось, как в фильме 40-летней давности про Рэмбо «Первая кровь». Чего? Боится. Не бойся, ты что? Что, зашкварник ее не получается? Она будет все равно вырываться. После этого укушенный собакой бомжом журналист и полицейские поприкидывали разные варианты, которыми можно псину поднять, ничего толком не придумали, и Сергей Новиков поднялся наверх, на набережную. И левая рука у него была в крови. Тут как бы до уколов против бешенства это любительское геройство не довело. Дай бог здоровья этому смельчаку. Хорошо, что параллельно с самодеятельным спасением люди додумались позвонить профессиональным спасателям, база которых дислоцируется на другом берегу Миаса, неподалеку от цирка. Пара спасателей в ярких оранжевых одеждах пересекла Миас пешком, ну, естественно, не по воде, а по пока еще не проваливающемуся льду. Ну и вот она, будьте любезны, действительно спасательная операция в исполнении челябинских профи. Из всего ассортимента всяких разных спасательных приспособ они принесли с собой красную пластиковую спасательную доску длиной 3,5 метра, массой 35 килограммов и грузоподъемностью 150 кило. В общем, для собачки средних размеров само то. Один из спасателей в костюме спустился в ледяную воду и затолкал псину на красную плавающую доску. И спасенная собака, и ее спасатель, чтобы не сказать спаситель, ибо спасатель это тот, кто спасает, а спаситель это тот, кто уже спас. Ну, в общем, оба успешно выбрались на основной ледовый массив, и мокрая, не сказать, что благодарная псина побежала вперед, стряхивая из себя жижу, а спасатели, сделавшие свое дело, пошли пешком обратно на базу. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.